Для тех, кто особенно следит за своей фигурой или не отходит от диеты, но очень хочет полакомиться вкусненьким, есть выход – диетическое тесто для пиццы в домашних условиях. Для приготовления этой пиццы нам понадобится обезжиренный творог, белки, овсяные отруби и кукурузный крахмал. Тесто для пиццы получится не совсем обычным, но полезным и диетическим. Такую пиццу можно давать даже детям и тем, кто заботится о своей фигуре. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Любите пиццу, но следите за фигурой? Отличный рецепт. Диетическое тесто для пиццы в домашних условиях. Для начала смешайте обезжиренный творог с овсяными отрубями и добавьте по вкусу соль. 2. Отдельно взбейте белки до состояния густой пены. После этого смешайте их с тестом, добавьте кукурузный крахмал и аккуратно перемешайте смесь. 3. Противень смажьте растительным маслом, простелите пергамент и вылейте полученную смесь, дайте тесту немного постоять, не более 10 минут, после чего отправляйте противень в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. 4. Если мы говорим о диетическом тесте, то и начинку выбирайте диетическую. Для этого можно воспользоваться нежирным майонезом, обезжиренным сыром, овощами, грибами, куриным филе. Пицца получится очень вкусной, необычной и, самое главное, полезной. Вкуснее тем, кто подпишется. Подписывайтесь и ставьте лайки. Нам понадобится: обезжиренный творог 150 грамм, овсяные отруби 3 столовые ложки, яйца, белок, 3 штуки, соль, по вкусу, кукурузный крахмал, 3 столовые ложки, количество порций, 4-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.